стараемся сделать эту спартакиаду таким большим праздником для всех наших трудящихся в Омской области. У нас и дети участвуют у нас все стороны, и наши ветераны, и они сегодня присутствуют вот на этом открытии. Из этого нам очень приятно. И, конечно, активность большую проявляет наше Министерство спорта, что мы совместно проводим эти мероприятия. Сегодня, получается, каждый, скажем так, амич может не просто выйти на старт, но он может выйти со своей семьей и представлять именно свой коллектив, свою команду. То есть это говорит о единении, да, это в коллективе, это здоровая атмосфера, хорошее настроение, дружеская, так скажем, атмосфера. В спартакиаде мы участвуем не первый раз, занимаем призовые места, очень гордимся этим. Также мы участвуем в турслетах, во всех спортивных состязаниях. Думаю, что эти соревнования нас сплотят еще раз, так скажем, и мы одержим во многих видах спорта победу.